Всем привет-привет! На связи Лилия Донскова. Сейчас ждем первого человека, кто мне даст обратную связь, как меня видно, слышно, потому что тема сегодня будет очень интересная. Кучу бумажек переписала, пока готовилась к этой теме. Но в основном, конечно, это все идет в голове. Тема будет классная, очень крутая. Это личный опыт повышения эффективности в MLM. И я знаю, что мои подписчики — это огромное количество людей, которые именно развиваются в сетевом маркетинге и именно приходят ко мне и на меня, чтобы поучиться, получить мой бесценный опыт, потому что я именно практик, а не теоретик. И мой опыт развития в MLM в этой сфере уже насчитывает более 20 лет. Более 20 лет. И сейчас я могу сказать, что я быстро растущий лидер компании Siberian Wellness. У меня закрытая квалификация бизнес-лидер. И, соответственно, мне есть о чем поговорить. И, как правило, такие да, люди, которые делятся конкретными опытом, да, и рекомендациями, мне кажется, это самый ценный материал, который есть сейчас на рынке. Поэтому я постараюсь быть максимально быстрой, потому что если уж речь идет про эффективность, то это о скорости. То есть что такое, в принципе, личная эффективность? Это скорость выполнения человеком конкретных задач. Скорость и качество. Да, некоторые делают ту-ту-ту-ту-ту для галочки, а тут очень важно качество. И смотрите, чтобы быть эффективным, у меня на первом месте стоит это грамотная постановка цели, чтобы не было расфокусировки. Для меня очень важно сосредоточиться на одной конкретной цели. Например, сейчас у меня стоит цель в 2023 году, то есть закрыть год в квалификации, либо в закрытой, да, можно даже в открытой. Самое главное — это прийти к этой квалификации Руби бизнес-лидер. То есть мне по моей задаче нужно 5 человек, которые выйдут на уровень бизнес-профи. То есть это конкретная, четкая цель. Сейчас уже один есть человек, он закрытый, один уже близко. И 4 человека, то есть даже 4 человека идут в хорошем темпе. То есть будет даже группа с запасом, я думаю, а может быть даже и больше. В общем-то, когда четко сформулирована цель, то мозг понимает, какая стоит задача. Потом просто планируем по времени, потому что очень важно не выходить за рамки сроков. Поэтому даже если у вас маленькая цель, например, выйти на доход в первый месяц 10 тысяч рублей, она должна быть прописана. Как я выйду на этот результат? У кого прописаны цели? Вот прямо на бумаге, не в голове, а конкретно на бумаге. Это очень важно. Если вы держите цель только вот здесь, это не цель, это мечта. Все цели записаны на бумаге и расписана четко стратегия, как вы к этому будете приходить. Окей? Следующее. Рациональное применение ресурсов. Ребят, вот это вот лежит прямо на поверхности. Когда ко мне приходят в команду люди уже с опытом в сетевом маркетинге, я их первое, что я спрашиваю, какие у тебя уже есть ресурсы, что я подразумеваю под этим. С кошкой обнималась, видно, какой-то волосок щекотит. Какие я понимаю под этим ресурсы? Соцсети, YouTube-канал, ведешь ли ты какой-то телеграм-канал, есть ли у тебя какая-то площадка, где ты проявленный, и где у тебя есть уже определенная сформированная аудитория, которая лояльно настроена и дает обратную связь. То есть есть ли у тебя уже такие ресурсы, какой у тебя круг связей, знакомых, где, да, в каких местах ты проявляешься, может быть, тебя уже где-то приглашали выступать. То есть сколько, да, нужно вешать в граммах, конкретика. Если человек приходит с нуля, вообще с нуля, то мы в первую очередь выискиваем его уникальность. Его уникальность, его сильный ресурс, что человек умеет уже сейчас на это время. Если нет явно проявленной, да, такой уникальности, то мы говорим о том, а в каком бы направлении ты бы хотел развиваться. То есть мы смотрим, да, например, компания Siberian Wellness. У нас есть огромный ассортимент продукции. Это линейка БАДов, линейка уходовая, линейка для профилактики здоровья, детская линейка, да, и женские продукты очень много, продукция для спортсменов конкретно. То есть мы сначала выявляем, в каком бы направлении ты бы хотел стать экспертом, вот что прямо вот так говорили. Вот, например, Оксана
Она очень крутой эксперт по детскому здоровью. То есть она может составить программу, она подберет продукт, она очень много знает про детей, как, про их питание, про их там образ жизни, как выявить, да, проблему, откуда ноги растут, если у ребенка аллергия, то. То есть, да, мы говорим, вот Оксана эксперт в этом, либо Татьяна эксперт по спорту, да, у нее там вообще, можно сказать, огромное количество спортсменов, которые хвалятся результатами после того, как она им подобрала программу по здоровью и по поддержанию организма. То есть мы выявляем, в чем человек хотел бы развиваться. Может быть, кто-то хочет именно заниматься только уходом, потому что здесь уходовая продукция, которая на основе натуральных компонентов. Очень сильная продукция. Очень, я даже вот по себе просто вижу, я в свои, да, практически уже 50 лет, я считаю, что состояние моей кожи сейчас стало еще лучше, потому что за последние 3 месяца я пользуюсь уходовой продукцией только Siberian Wellness. Да, плюс гиалуроновая кислота с витамином С, и вот такой вот классный результат. То есть, может быть, человек хочет конкретно изучать только эту сферу, а кто-то, может быть, ароматы. Да, есть люди, которые занимаются, может быть, там нумерологией, эзотерикой какой-то. И если они включат еще ароматы, потому что ароматы в компании Siberian Wellness, они именно, и перед ними можно доставить задачу, то есть это умные ароматы. Это ароматы, которые делают свое дело. То есть берешь, например, аромат, где он у меня, девяточку, помедитировал с ним. То есть можно его просто вдыхать, даже не наносить на себе, а просто вдыхать и проговаривать в голове задачу, например, по бизнесу, да, потому что это единица, шестерка, девятка, это прям конкретно бизнесовые ароматы. Эти ароматы можно использовать, например, если люди развивают какой-то бизнес, может быть, бьюти-сфера, либо это салоны какие-то, путевки, путешествия, да, в целом, да, небольшие магазинчики, то можно распылять там этот аромат, и однозначно продажи вырастут. Продажи вырастут 100%, это уже доказано. То есть мы смотрим, в какой отрасли человеку было бы интереснее, потому что нельзя объять необъятное, ребят, нельзя быть всем для всех, нельзя быть знатоком вообще во всех сферах. Поэтому мы выбираем определенное направление и смотрим, какие ресурсы, да, здесь нам нужно прокачать, или где мы возьмем ресурсы, какое нужно пройти обучение, с кем нужно пообщаться, в каких каналах нужно состоять обязательно, чтобы брать там свежую актуальную информацию. Здесь все понятно? То есть первое, грамотно поставить цель, потом рациональное применение ресурсов. Потом приоритеты. Очень важно ставить приоритеты, потому что если бы я, например, не придерживалась своих приоритетов, то я бы не достигла таких результатов. Я всегда спрашиваю, что у тебя в приоритете сейчас, да, на чем бы ты хотел сфокусироваться. Поэтому приоритеты – это очень важно. Следующее – четкое планирование. Я могу сказать честно, что у меня нет прям вот жесткого планирования, потому что я человек творческий, и творческая моя сторона меня усиливает. То есть это тоже, кстати, личный опыт, вот это повысить свою эффективность вы можете, если вы знаете свою механику. Кто изучал, например, дизайн человека, то вы знаете, что один человек, он очень сильно отличается от другого. И это определяется по дате, по времени рождения и даже по месту рождения. Представляете, насколько, да, это влияет? Так вот, когда я узнала свою механику и поняла, что моя творческая сторона, она помогает мне в бизнесе, что я делаю? У меня практически всегда рядом лежит блокнот, краски, и если я чувствую какой-то затык, усталость, эмоциональное выгорание, а это нормально, каждый человек, да, если мы же не роботы, которые взяли, положили, мы люди, и у нас может быть эмоциональное выгорание, может быть какой-то сбой и так далее. Я беру краски, кисти, рисую, что угодно, просто я выплескиваю на бумагу вот свою эмоцию какую-то. И самое главное, я в этот момент погружаюсь в медитацию, то есть я отключаюсь от проблем, от задач. И что самое интересное, отключившись, я получаю решение. Мне приходят ответы на мои вопросы. Представляете, так работает медитация. Вот, кстати, зашла Мария Вельчковская. Маша, привет. Очень круто, когда я
была вот в состоянии затыка и не знала, куда мне двигаться, как мне расти. Я работала с наставником и работала с Марией. Я проходила женские практики. Я каждый день, Маша не даст соврать, я каждый день стелила коврик. И на 30 минут, а бывало, что два раза в день я садилась в практику, потому что мне нужно было восстановиться и понять, куда мне двигаться дальше. И благодаря вот этим техникам, да, это вот через творчество, через практики, через йогу, через прогулки в лесу, когда вы отключаете интернет и просто отдыхаете. Если вы идете гулять, то вы гуляете, а не просто... Ты гуляла, да, я гуляла. А как ты гуляла? Да я вот в магазин сбегала, или я за ребенком в садик сходила. Это не гуляние, ребят, это конкретная задача: купить продукты или забрать ребенка из садика. Да, Вселенная подсказывает, да, да. То есть, когда мы перестаем быть роботами, скопировал, вставил, скопировал, вставил, да, когда мы конкретно чувствуем свое тело, чувствуем, когда ему нужно дать энергию, дать подзарядку, соответственно, у нас идет вот этот вот рост и расширение. И тогда наша эффективность повышается в разы. По крайней мере, у меня 100% это так. Следующее. Сосредоточенность и концентрация внимания. У кого так бывает, что вы взялись за одно дело, переключились на другое, это не завершили, следующее, второе делаете, бросили, вернулись к первому, потом схватились за третье? У кого так бывает, что вы многозадачные, вы за все хватаетесь, но в результате, как бы вот так сказать вечером, так, это сделано, это сделано, это сделано, у вас такого нет. Ах, это завтра сделаю, блин, это не завершилось, сделаю завтра. Эта многозадачность у меня, она присутствует, потому что огромная команда. Это куча задач. Вот только сейчас, вот буквально, почему я на 3 минуты задержала эфир, потому что час была планерка в команде, мы разбирали очень важную тему, и я буквально вот еле-еле уложилась в этот час, чтобы прийти к вам. То есть смотрите, у меня много задач, и я стараюсь завершить, перейти к следующей. То есть сегодня я точно могу сказать, что у меня прошла охренительная планерка, и после нее у меня в команде будет мощное увеличение и товарооборота, и роста партнеров, потому что для меня это важно, потому что это моя цель — расти, соответственно, я делаю все, чтобы росли мои партнеры. Следующее. Концентрация внимания. Что это такое? Когда мы фокусируемся на чем-то, да, на чем-то, то у нас вокруг нас это начинает вращаться. Вот стоит вам зайти в интернет и, например, посмотреть, выбрать, например, я ищу костюм. Ну, мне нужен костюм на мероприятие какое-то, на событие компании. 23-24 сентября, да, едем в Питер на событие компании. И я начинаю водить. Купить там современный, классный, модный костюм 23-го года. Я один раз посмотрела, мне теперь каждый день везде, везде показывают костюмы. То есть, когда мы на чем-то сфокусировали внимание, нам тут же отовсюду приходят подсказки. Нужные люди, нужная информация, ответы на наши вопросы, потому что это концентрация. Если вы не умеете концентрироваться, то вам нужно начать тренироваться. Можно элементарно начать тренироваться на свече. Просто зажгите свечу, поставьте будильник на 3 минуты, попробуйте просто 3 минуты, хотя бы минуту, не отводить взгляда от свечи. Потом 3 минуты, потом 5-10. То есть учитесь концентрироваться. И еще что важно, мне помогают будильники. Я всегда ставлю себе будильники, напоминания. Например, какая-то важная, да, часть нашей, моей жизни – это созвоны, это работа с командой. Я ставлю себе будильник, который звенит и говорит: опубликуй пост там, или садись писать пост. И я, значит, я час буду писать посты. Не один, я их сразу могу написать 5 штук, чтобы потом всю неделю выходили посты. Классно? Классно. То есть это концентрация, это... правильное планирование, и это концентрация на цели, когда я четко знаю, что мой контент приведет к результату. То есть я простраиваю контентовую воронку таким образом, чтобы одно за другое цеплялось, и люди принимали решения. То есть доношу смыслы через статусы, через посты, через тексты, через эфиры, доношу смыслы и информацию. У вас такое есть или нет?
Кто понимает, о чем я говорю? У кого эффективность уже прокачана, и вы делаете все, чтобы у вас оставалось время на семью, на готовку, на то, чтобы позалипать в каком-то любимом сериале, съездить куда-то отдохнуть, и при этом бизнес ваш не рухнул, не развалился. У кого эффективность прокачана? Потом для меня очень важно это системность. Очень важна системность. То есть, если я сейчас вам могу сказать, что на 10 дней я уезжала на отдых в Среднюю Азию, обязательно выйду в эфир, расскажу про это путешествие, потому что оно нереально было классное. Я до сих пор вот прям этим горю, даже вчера готовила блюда из грузинской кухни, и у меня классно, кстати, получилось. То есть я уехала на 10 дней, и бизнес не упал. Бизнес не, он прирос как в товарообороте, так и в людях. То есть есть система, когда приходит новый человек, мы с ним встречаемся один раз, либо переписка, либо созвон. Я люблю созвон, потому что очень важно услышать, увидеть человека, да, чтобы он тебя почувствовал, ты его. То есть мы включаем Bluetooth. Мне важно понять, почувствовать человека, мой, не мой, смогу, не смогу, чувствую его, не чувствую. Бывает такое, что с первой встречи сразу прям чу, я знаю, как этого человека вести. Бывает, что надо несколько раз пообщаться. И вот Bluetooth настроили, и я конкретно на берегу с человеком договариваюсь. Смотри, я тебя добавила вот в этот чат продуктовый, вот в него, не мне, вот в него ты пишешь вопросы по продукту, окей? Запиши прям себе, человек такой, окей, вот в этот чат, вот в этот, я тебя сейчас прям добавила, смотри, появился, появился, вот в этот чат ты пишешь вопросы все по заказам, как все технические моменты, все, что тебе непонятно, по баллам, что такое клуб 200, клуб постоянства, вот в этот чат ты пишешь не в личку мне. Представьте, если у меня в команде 1000 человек, и мне каждый в личку напишет. Все, на этом бизнес кончится, я сдохну в первый же день. Поэтому вот в этот чат, вот в этот, смотри, обучение вот здесь. Прям закрепи себе вот эти три чата, чтобы они у тебя были наверху. Вот обучение здесь. Ты его проходишь, отчет скидываешь мне, я тебе даю ключ от следующего задания. Все понятно, все понятно. Пройдешь обучение до среды, в среду ты идешь в реалити. Я тебя добавлю во вторник. Я веду себе вот такую табличку. Вот так, я пишу фамилию человека и отмечаю, что я сделала и какого числа, что я сделала и какого числа. То есть я себе фиксирую, да, вот тут много-много страничек там где-то, цветом выделяю. То есть для меня это понятно, что значит оранжевый, что значит сиреневый цвет. То есть моя личная эффективность такая, что мне не надо запоминать, что там у Маши, у Кати, у Вани. Я открываю табличку, смотрю. Так, у меня, значит, Вера зашла в обучение 13-го, то есть, так, сегодня, а почему она мне до сих пор сертификат не показала? Алло, Вера, что, как дела, что случилось, все окей, живая, все нормально? Так, а что с обучением, где застряла, в чем затык? Я выясняю, где человек застрял, потому что дата стоит, и я понимаю, здесь 3 дня, здесь 4, здесь 5. Ребят, вот она личная эффективность, все просто, все вообще очень просто. Дальше, уехала я на отдых, мне прилетает регистрация, открываю почту, новичок, я пишу, здравствуйте, я сейчас в путешествии, поэтому давайте выясним вот эти вопросы, ответьте мне, пожалуйста, на вопрос, чтобы я понимала, как вас вести, куда вас добавить. Все, человеку отправила, у меня есть отдельный чат самой с собой, где все сохранено, первое сообщение, второе, третье, вопросы, я их сохранила, и мне не нужно их писать, я открыла, скопировала, вставила, скопировала, вставила, только имя добавила, я общаюсь, запускаю новичка, либо, если есть возможность, я говорю, давайте созвонимся на 5 минут, мне просто с вами познакомить, чтобы вы поняли, что я за человек, да, и просто кое-что выясним, чтобы я знала, как вас вести. Созвонились, я даже за границей созванивалась, ребят, WhatsApp, прелесть, вообще неважно, человеку все равно, в Саратове я или в Армении, или в Грузии, в Ереване я или в Тбилиси, ему все равно, потому что мы выходим на созвон с помощью интернета. Представляете, какая прелесть? Так вот, все четко, запустила человека в систему обучения, он там проходит, прошел первый блок, я его перевожу в бустер реалити, там с ним работает эксперт, который ведет этот блок, прошел этот блок, я его перевожу дальше. Все, я перевожу в новый чат, где он уже прокачался.
прокачался, здесь идет следующий. По уровню человек растет. Не надо человеку сразу информацию, которую получает лидер. На уровне новичка он получает то, что он должен получить на уровне новичка, чтобы не было каши в голове. Говорю быстро, думаю, успеваете меня слушать. Дальше. Следующий пункт – делегировать. Почему я считаю, что делегирование – это основа успеха? Потому что я не вот эта вот, да, богиня, как же она называется, семирука, которая делает все. Я обычный человек, который хочет успевать жить, вести личную жизнь, общаться с ребенком, обниматься с кошкой, когда хочу, да. Я хочу успевать путешествовать, поэтому я максимально все делегирую, и я не тащу всю команду. У нас так: партнер пришел, если он проявляется как партнер, он начинает приглашать, он сразу выполняет действия лидерские, которые он должен делать. Я его поддерживаю, то есть у меня несколько чатов командных, у каждого сильного партнера свой чат. Я раз в неделю к ним захожу на один час, где собирается вся его структура, и мы прорабатываем их затыки, их боли, которые и не дают им двигаться. Все, а нам час, ну максимум идет планерочка, 2 часа. Это прям был максимум, когда я была в ударе, команда тоже была в ударе по вопросам. То есть настолько пришли живые, энергичные, классные люди на планерку. Мы просто, ну, было важно не по времени это сделать, а на качество. А качество заняло чуть-чуть побольше времени, и это было круто. Эту планерку я потом дала всей команде, потому что она была настолько крутецкая, мне разобрали такие вопросы, которые помогли другим сдвинуться с мертвой точки. Делегировать все, начиная с быта. То есть мы садимся дома, переписываем все обязанности, которые нужно делать по дому: мыть посуду, полы, вытирать пыль, поливать цветы, там, поливать газон, стричь газон, тра-та-ты, покупать продукты, готовить, мыть посуду и так далее. То есть мы все расписали, и на пункте, где мыть посуду, мы приняли решение, что у нас будет посудомоечная машина. Мы ей делегировали, но загружает ее Миша. То есть я не загружаю, я не трогаю посудомойку. Кто пылесосит, кто моет, кто покупает, кто что делает, все расписали. И самое главное — готовка. Самое объемное — это вот покупка продуктов и готовка. Мы сделали таким образом в нашей семье: один раз в неделю готовит Лера, один раз в неделю готовит Миша. Миша может на костре что-то пожарить, неважно, вот любое блюдо, которое он хочет и которое хочет Лера, приготовь что угодно. Просто у меня получается не 2 дня в неделю выходной, потому что блюдо готовится одно на 2 дня. Получается, что я в неделю готовлю всего 2 раза, ребят, понимаете? Поэтому мне несложно подогреть и быстренько нарезать салатик, это быстро. И я в это время использую это время для отдыха, потому что когда я режу салат, я медитирую. Я либо включаю какую-то музыку, либо я могу послушать какой-то важный эфирчик, который я не могу послушать в другое время. Но сейчас я могу сказать, если раньше я готовила одна дома, это была жесть просто. Я так устала от готовки, я выгорела, что я вообще не хотела готовить. То, когда мы приняли решение, что каждый возьмет по чуть-чуть на себя, у меня куча времени. Потом, да, робот-пылесос шикарно, делегировали ему уборку и мытье всего. То есть робот-мойщик окон. То есть мы все максимально делегировали кому угодно, что угодно, соответственно, мы не тратим время. Я не трачу много времени на то, чтобы содержать дом. Меня спрашивают, как ты успеваешь убирать такой огромный дом? Я говорю, ребята, я вообще не убираю, а мы тут и не мусорим. Ну, иногда у меня бывает завал на рабочем столе, но я его разберу за 10 минут. И у меня опять будет завал, потому что я творческий человек, у меня вот кругом бумажки, ну тут чеки лежат, и тут, да, какая-то продукция, которая мне нужна под рукой, я ее сейчас показывала на эфире. То есть да, я это быстро уберу, 10 минут у меня будет блеск. Это легко и просто, когда у каждой вещи, да, есть свое место. Следующий пункт — это после, для того, чтобы быть эффективным, это навык социализации. Навык социализации в бизнесе помогает каким образом? Если есть навык вот этого, да, коммуникации с людьми, легко вступать в контакт, легко знакомиться, легко обмениваться контактами, то все время будет входящий поток новых связей, новых знакомств. Можно ходить на нетворкинге, можно ходить куда угодно, создавать события самой, либо присоединяться к каким-то событиям, где можно познакомиться с разными людьми, с которыми потом, возможно,
будет общее дело. Возможно, этим людям откликнется то, чем я занимаюсь. Не обязательно всем, ребят, нет, у меня нет вообще цели каждого человека затащить к себе в команду и в свой бизнес, абсолютно нет, потому что со многими людьми у нас не совпадают цели, ценности, видение, маршрут, да. Есть человек, у которого предназначение просто, ну я не знаю, музыка, и он говорит, да нафига мне это надо, но этот человек может быть моим клиентом просто, да, как минимум. Вот, то есть есть люди, которые занимаются там техникой, и им не интересна моя сфера, но они мне могут быть полезны, да, что-то помочь по техническим моментам, проконсультировать или быть в команде как технический директор, как Миша у нас. Я говорю, Миша, у меня технический директор, потому что он мне все делает, что связано там с техникой, и видеообработка, загрузка, как настроить все хэштеги, чтобы меня находили и так далее. То есть это все есть люди, которые занимаются, да, техникой. Вот и все, ребят, смотрите, первое — это поставить цель, рационально применять ресурсы. Кстати, по поводу ресурсов, вот прям хочу сказать один момент очень важный. Многие люди не используют ресурсы, накопленные за свою жизнь. Не используют, просто они говорят, ой, я начну с нуля, я буду искать новых людей. Зря, зря. Если у вас уже есть связи, общение, ресурсы, видеть людей, которые вам доверяют, вас любят, уважают, и они на первом этапе они могут сыграть очень большую роль в развитии вашего бизнеса. Далее, расстановка приоритетов, четкое планирование, максимально четкое понимание, что, зачем я делаю. То есть планирование, да, равно контентная воронка, куда люди будут приходить, чем вы будете привлекать людей, вот это правильное, да, позиционирование свое выстраивать, чтобы люди понимали, кто вы, для чего вы, чем вы можете быть полезными. Далее, сосредоточенность и концентрация внимания на определенных задачах. Делегировать максимально все, как в быту, так и в бизнесе. Вы не должны тащить бизнес целиком. Вы знаете, так смеялась недавно. У меня, да, девушка в команде говорит, я ничего не успеваю, я целый день, я просто отвечаю на вопросы своих новичков, я целый день работаю с командой, я не успеваю работать с чатом, с клиентами, не успеваю новых людей привлекать. То есть они как бы все забрали, все мое время. Я говорю, просто ты неправильно выстроила отношения. На берегу договорись с человеком, что вопросы по продукту не в личку тебе, а вот в этот чат. Вопросы по всем техническим моментам и так далее, вот в этот чат. А ответы вот здесь, кстати, можно поискать. То есть мы учим людей находить ответы на свои вопросы, чтобы не тратить свое время. Потом максимально все делегировать, и система, системность и навык социализации, то есть умение, да, коммуницировать, знакомиться, ходить на нетворкинге, обмениваться данными, отдавать свою визитку, брать обратную связь. То есть это все помогает мне быть настолько эффективной, что бизнес растет и развивается очень быстро, и помогает мне быть проявленной везде, да, в соцсетях меня люди узнают, запоминают и уже приходят, конкретно понимая, что у меня, да, все четко, все классно, в команде есть обучение, система, люди растут, развиваются, есть помощь и поддержка. Все, сейчас чихну. Все правда. Вот, ребят, как вам информация? Если полезно, можете прям обратную связь давать в комментариях под этим видео. Я сохраню видео в ленте. Возможно, оно поможет кому-то быстро стартовать в бизнесе, потому что именно навыки нужно развивать, навыки, свои компетенции, экспертность, чтобы расти и увеличивать свой доход. Я вам всем желаю мощного карьерного роста. Если у вас есть вопросы, вы, кстати, можете записаться ко мне на консультацию. И бесплатно я поговорю с вами, отвечу на ваши вопросы и покажу вам вектор направления, куда вам выгоднее двигаться, где вы быстрее добьетесь результата, где скрыты ваши ресурсы. У меня есть такой навык, я вижу в человеке сразу, где у него, да, вот его самое ценное, что он может взять, использовать и сразу получать результаты. Все, мои дорогие, до новых встреч! Следующий эфир, по-моему, будет завтра, я не помню точно, или послезавтра. Ну, посмотрите по датам, тоже будет классный эфирчик. Я вам желаю всем отличного выходного и мощного карьерного роста, если это ваша цель. Всем пока-пока!